Hello, guys! С вами Самира Мун, и это мое первое видео на YouTube-канале. Я хочу чуть-чуть ближе с вами познакомиться, рассказать о себе и, в принципе, о том контенте, который планирую снимать на эту площадку. Я себя позиционирую больше как бьюти-блогер, и я являюсь экспертом в нейл-индустрии, так как в этой сфере я начала развиваться с 2016 года. Я работала мастером маникюра, принимала клиентов, в дальнейшем устроилась работать, наверное, в самую крупную, самую крутую компанию в нейл-индустрии, это Paris Nail. Я там проработала продавцом-консультантом, консультировала также мастеров, у меня была возможность общаться с производителями, тестировать множество материалов, как и для ногтевиков, и также изучать косметику для ухода за волосами, кожей и так далее. Конечно же, в этой компании было миллион тренингов, и я безумно благодарна, потому что это все знания, которые я сейчас использую в жизни и, конечно же, с радостью несу в массы. Если в этой же компании меня повысили на блогера. Сейчас я делюсь своим опытом с нейл-мастерами, просто с девушками, которым интересна бьюти-сфера. Обожаю делать макияжи, прически, снимаю тиктоки, инстаграм. В общем, мне нравится все движение, все, что связано с творчеством. Я обожаю делать себе вызовы, если я что-то не умею. Это касается творчества, то я с большим удовольствием начинаю это изучать и делать. Допустим, как недавно я увлеклась бисероплетением. А почему бы нет? Сейчас я делюсь с мастерами из бьюти-сферы своим опытом, создаю инфопродукты, создаю прикольные боксы для того, чтобы делать вот такие необычные крутые дизайны, учу, в общем, мастеров делать классные ногти, стильные. Плюс я создала свои именные боксы, хочу вам просто показать, как это выглядит. Один из боксиков, это, кстати, все раскрашено вручную, внутри нереально крутое наполнение, сейчас покажу вам. И у меня есть еще вот такой вариант обклеенных боксов. Как вы видите, мой никнейм Самира Мун, и эти боксы как раз для того, чтобы создать вот такие классные ногти. И такой небольшой спойлер, в следующем видео я планирую переделывать себе маникюр, так как маникюр я делаю себе сама, и вот эти ногти тоже делала сама, им уже больше месяца. Хочу показать весь процесс от того, как я организовываю свое рабочее место, до результата. Ну, тут открываем бокс, тут есть карточка такая прикольная с информацией, как крепить такие игрушки, мои стикер-паки, которые я разрабатывала сама. И непосредственно много всяких прикольных игрушек, наполнений для дизайнов, чтобы делать на ногтях такие необычные дизайны. Вот так выглядит внутри. Такой голографический пакетик со всякими классными игрушками для ногтей. Какой контент вас ждет на моем канале? Ну, конечно, как вы успели понять, то, что я являюсь экспертом в нейл-индустрии, все, что связано с ногтями, тренды, маникюры, разбирать, может, маникюры звезд, повторять какие-то маникюры звезд на типсах. Мне это очень нравится. Плюс, конечно, буду делать ногти себе, и в дальнейшем я планирую открыть свой кабинет в Питере, где буду принимать клиентов, и плюс буду делать классный контент для вас. Мне нравится делать необычные образы, макияж, прическа, одежда и так далее. Это тоже все планирую снимать. Возможно, будут какие-то постоянные рубрики. Я над этим уже начала работать и придумывать. Если у вас будут какие-то идеи, пишите мне в комментариях, мне будет приятно. И благодаря вам я могу сформировать свой контент-план. Плюс, недавно я попробовала кастом вещей. Это тоже очень интересная тема. И я планирую, что подобное еще делать, и, конечно же, это все для вас снимать. Ну и просто моя жизнь, мой опыт, истории из жизни, друзья, лайф, влоги и так далее. Буду пробовать разный контент, буду смотреть на вашу обратную связь и на ваши запросы, что вам будет интересно. Потому что мне хочется делать как развлекательный контент, так и какой-то познавательный, информативный. В общем, тут будет много творчества и моего опыта жизненного в сфере бьюти-индустрии. Ну, а в следующем видео, как я уже сказала, я буду делать себе новый маникюр. Поэтому, чтобы это не пропустить, обязательно подпишитесь на мой канал. И отдельное спасибо каждому за обратную связь, кто будет ставить лайки, писать комментарии. Мне будет безумно приятно. Ну и пора прощаться. Увидимся уже с вами в следующем видео. Мне было приятно провести с вами время. И до скорых встреч. Пока-пока.